Вот и наступило долгожданное лето. Если вы еще не решили, где отдохнуть в эти выходные, смотрите нашу афишу. Мы расскажем о самых интересных мероприятиях, которые пройдут в нашем городе. 16 июня горожан приглашают на фестиваль колокольных звонов. Он пройдет на площадке перед храмом царственных страстотерпцев. Начало в 17 часов. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды – мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль – кто кого быстрее обезвредит. Умеете держать себя в руках и читать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриг и гуру убеждения? В эту субботу в 7 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Приятно провести время можно и в кино. Запасайтесь билетами, попкорном и вперед навстречу приключениям. В кинотеатре России фантастическая премьера «Люди в черном. Интернешнл». Тайная организация на страже покоя и безопасности Земли уже не раз защищала нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять – шпион в их рядах. Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 16 лет. Здесь же в прокате военная драма «Донбасс. Окраина». Август 2014 года. Окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон. У них разные судьбы и мировоззрения. Но сейчас они объединены одной целью – выжить. Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 12 лет. В кинотеатре «Люмен» также можно посмотреть «Люди в черном. Интернешнл». А еще здесь в прокате фантастический фильм «Люди Икс. Темный Феникс». Это история Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового темного феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой все более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля, раскалывает семью людей Икс и угрожает уничтожить нашу планету. Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 16 лет. Отдохнуть всей семьей на лавочке в тихом сквере или шумной компании, катаясь на любимых каруселях, можно в парке культуры и отдыха имени Зернова по субботам и воскресеньям с 11 утра до 8 вечера. Хотите просто приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд? Вас ждут в ресторане «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проведите выходные с пользой и хорошим настроением.